Я не нашла никакой еды, из кухни все вынесли, там пусто. Блин, сумку забыла. Это тебе. Это... Блин, даже не знаю, что случилось, все как в тумане. Как ты тут? Ну, как у тебя дела? Я... Я просто рада, что ты справился. Ты как вообще? Прости, я уже спрашивала. Ничего. Так, парни пошли искать радио. А зачем нам... Они нашли еще одно у мистера Хэ. На всякий. А что у нас со светом? Не знаю. Ну как ты? Я в норме. Вроде. Эй, они пошли к радиорубке? Телефон сдох, они хотят послать сигнал о помощи. Мы держим оборону. Ушли. Я гляну. Сидите тут. Мы справимся. Осторожней. Вы тоже. Их тут нет. Найди и смажь их кровью. И будь на связи, Бобби. Thank you.
Слушай, сейчас, может, не самый подходящий момент, но... Что? Да знаешь, я тут вдруг вспомнил о начале лета, о нашей встрече, о первых днях смены. А теперь лето кончилось, и мы можем больше никогда не увидеться. А, прости, Ник, так о чем ты? Эй, не бойся за Кейтлин, она крута. Я знаю. Прости, Ник, столько всякого. Надо дожить до утра, да? Может, я тогда неправильно все понял, но... Мы вроде двигались к чему-то большему. А ты что, хотел чего-то большего? Ты дура, что ли? Эй! Прости. Вырвалась. Конечно, я этого хотел, но... Боялся, что ты нет. Да, сейчас, кажется, это было вечность назад. Но ты этого хотела? Я... Скажи мне. Да, наверное. Ха! Это потому, что я ранен. Ник. Что у тебя происходит, Кейтлин? Прячемся! Скорее! Ничего, я сам. О, боже! Что с тобой? Блин, где ружье? Нам надо валить. Нет, прячемся! Сюда. Значит, в рубке есть настоящий приемник, а я думал, она только для объявлений. Да, есть. Раньше это и была настоящая радиостанция. Но она типа такой и осталась, но сейчас никто больше не слушает радио. Да. Так странно, раньше были всякие плееры, радиоприемники и все такое. Ну а теперь у нас это есть в телефоне, но мистер Хэкет забирает его в первый день смены, чтобы нас не отвлекали технологии. Технологии — это дар и проклятие. Так ты типа этим хочешь заниматься? А, ты про радио? Нет, про диджейство, ну или музыку. Ну, я люблю музыку, но... Изучать я буду квантовую физику. Прости, что? Да. А ты совсем не похож на ученого. Да, ну то есть в смысле не здесь. Извини, я просто не могу не спросить, а что это значит «не здесь»? Ну, не здесь, в лагере. Я занимаюсь этим дома. Ну, а здесь я... А здесь ты, типа, такой остряк-самоучка. Ну, это грубовато, но... Нет? Окей, ну, может, я сначала нервничал, когда приехал в этой незнакомой обстановке, поэтому много шутил, даже слишком много. Ты привык к нему.
Да, всем вроде понравился этот искушенный Дилан. Ну, а тебе самому такой Дилан нравится? Ну, типа да, все круто, нормас. Мне нравится просто Дилан. Что ж, я рад знакомству, просто Дилан. Я просто Райан. Точнее, мечтающий свалить отсюда Райан. О, он крут, он мне нравится. О, во имя Вуду-Дуду, что это? Просил же детей быть осторожнее. Он в 3 раза старше них. Что я делаю? Все норм? Порядок. А, блин, ну и помойка, а. Когда я приезжал сюда в детстве, тут все еле чихало. Рубка простаивала годами, и у меня ушла куча времени, чтобы все тут убрать и заставить работать. Мне жаль, если ты разочарован. Но я вгрохал в это много сил. Ладно, ладно. Надо настроить. Вот так. А отсюда можно что-то взять? Инструменты? Нет. Мистеру Хэ негде было их хранить, и поэтому он разрешил расчистить станцию. Ясно.
И какой тут сигнал? Радиорубка нужна только для трансляции на территории лагеря. Простые штуки. Объявления и все такое. Радиус где-то... миля. Откуда ты все это знаешь? Нахватался всякого. А мне эти технологии всегда давались со скрипом, если честно. Ну, я могу показать, как и что. Дашь урок? Это не сложнее, чем на велике. Тогда заметано. Так, короче, эту штуку надо слегка подстегнуть. И смотри, что у меня есть. Пылесборник. Вообще-то усилитель сигнала. Выглядит не очень, но попробуем. И мы сможем прям связаться с кем-нибудь? Ну, тут связь не двусторонняя, так что мы что-то скажем, но дальше придется переключиться на прием и ждать, отправит ли кто-нибудь ответ. Это, конечно, маловероятно, но... Ну, это лучше, чем ничего. Так. И что мне сказать? Лишь бы звучало убедительно. Окей. Привет! Как дела? Слушайте, нам нужна помощь. Это мы, вожатые в летнем лагере Хэкетсквори. И тут было жуткое происшествие. Атака! Все очень плохо здесь. Помогите нам! У нас тут рой медведей, и они повсюду. А еще охотники, и они стреляют в медведей, но еще и в нас. И это херово. Наши друзья ранены, и нам очень нужна помощь. Так что вот, тут злобные медведи, и мы не знаем, что делать. Прошу вас, выручайте. СОС, это суперсрочно. Спасите нас. Пожалуйста, если вы слышите, помогите. Нормально? Ну как? Прости, рой медведей? Да? Косяк медведей. Косяк же вроде у птиц. Охренеть. Ладно, теперь надо переключиться на прием и подождать, будет ли ответ. Да, хорошо. Ты займись этим, а я осмотрюсь. Да, давай. Слушай. Принял сигнал по радио. Ответа нет. Схожу в радиорубку. Что? Он про коттедж? Остальные вожатые. Помолчи, стоп. Два парня у радиорубки у домов. Еще одна пара не обнаружена. Понял. Отбой. Отбой. Твою мать, они говорят про нас! Блять, какого хера? Ну как? Мы все выболтали! По сраному радио! Блять! Они знают, где мы. Надо уходить. Черт, блядь. Надо успокоиться, ладно? Давай найдем Кейтлин и остальных, да? Да, давай. Окей. Ты не сказал, что там кто-то есть? Я не был уверен, чувак. Блять, что это было? Без понятия. Райан? Это медведь?
Кейтлин, Эбби и Ник, я их вижу. Вот черт. И идут к нам. Надо их предупредить. По громкой связи. Отсюда, да? Окей. Да, скажем им спрятаться. Да. Вот сука! Говнище. Держи кнопку. Кейтлин, быстро бегите в здание. Не ходите сюда. У радиорубки животное, срочно. Срочно в укрытие, бегом. Да ядри твою. Готово. Что теперь? Убьем его. Это необычное животное. Вряд ли ружье поможет. Черт. Есть еще идеи? Ну, если у него слух, как у собаки, типа... Мы можем врубить зацикленный высокочастотный звук и оглушить его. Будет жутко больно, но... Ладно, вперед. Врубай звук. Понял. Ну, давай, Дилан. Ну же. Дилан, ну, успокойся, ты справишься. Ладно, да, да. Чего-то тут не хватает, но... Но чего? Вот срань. Он вырвал провод. Чини, я прикрою. Ну же, скорее! Хватай его, хватай. Что? Провод. Та штука. Есть. Воткни, воткни туда. Дави сильнее. Что делать? Кнопка, кнопка. О, динамику, пизда. Получилось. Чувак, ты крут. Ха-ха-ха.
Бля, моя рука! Точно, да. О, господи. Держись. Зачем ты это сделал? Ты сам сказал. О, черт, первого я придумал. Бля, так. Все окей? Я не знаю, зверь удрал, но мы слышали охотников по радио. Что? Поймали сигнал рации. Они знают, что мы тут. Вы сообщение отправили? Его могли не услышать. Ах, класс. Что там у вас стрясло? Боже, Дилан, что с тобой? Я в норме, я... Ну нет, но... уже не болит. Так, у тебя шок. Ох, ну ни хера себе! Это зверь так? Нет. Ну, типа того. Кейтлин, где ружье? Потеряла. Нам один из соседей заглянул. Что за черт? Она стреляла в нас? Кто там? Кто это? Пойдем за ней. О, черт, Дилан, что это? Ты. А мир был избавлен от одной из тварей. Посмотрим еще раз. Дьявол. Ничем не стесненный, словно тень, оторванная от телесной оболочки. Немедли действуй, а то демон сорвется с цепи. Он живет в каждом. Даже в тех, кто чист сердцем и читает молитвы на ночь. Перед нами отшельник. Карта, что означает изоляцию, одиночество. Но раздумье тоже. Возможно, размыслив немного, отшельник все-таки выведет тебя на безопасную тропу. Но это зависит от твоих действий. И только. Я хочу показать больше. Ты не против? Два фрагмента будущего. И лишь один я могу показать тебе. Ну, выбирай. Мы все так часто беспокоимся о будущем, что забываем о тайнах, которые лежат в прошлом. Задумайся об этом.
Итак, до свидания. Я жду. Возвращайся. Сказать, что я охренел от сюжета, это значит ничего не сказать. Это сцена с рукой. Я просто в шоке. Просто так бензопилой бахнуть по кисти. Но с другой стороны, Дилан жив и участвует в сюжете. Поэтому наблюдаем за тем, что будет дальше. На этом я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до следующего раза. Всем пока-пока.